2 июня на базе Института международных отношений и истории востоковедения КФУ состоялось открытие 5-й региональной конференции ЦЭС. В России данная конференция проходит впервые. В ней принимают участие ученые из 25 стран мира, таких как Германия, Великобритания, Франция, США, Норвегия и многие другие. Это первая конференция, которую устроили в России. И, в общем-то, я считаю, что для нас честь, для Татарстана, иметь вот это сообщество. Тут представители более 25 стран. Крупнейшие университеты Америки, России, стран Запада, Джордж Вашингтон университет, Гарвард, Кентский университет. То есть огромное количество самых ведущих университетов, которые проявляют интерес именно к этому региону. Общее количество участников составляет порядка 200 человек, занимающихся проблемами евроазиатского региона из ведущих мировых научных центров. Программа конференции состоит из 51 раздела, посвященных различным научным проблемам, связанным с евроазиатским регионом. Очень значимо для нас, что это проводится именно в Казани, потому что Казань – это, можно сказать, один из главнейших центров изучения этого региона. И для каждого, который изучает регион, он знает эту значимость. Так что люди с удовольствием сюда приехали, чтобы принимать участие со всех стран мира. Отметим, что конференция продлится до 4 июня. Адиля Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.